Ухо-хо, смотрите-ка. Какое же тут оружие Тесла нафиг. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон. Мы продолжаем играть в Dead Space. На этот раз это четвертая часть моего прохождения. Итак, это оказался не лифт, а огромные двери, за которыми находятся наши старые знакомые. Where is everyone? Finding a way off this wreck. Santos, tell them what we found. Of course. We found a little maintenance craft, a skip. It doesn't go very far or very fast, but it will take you to the outermost ships. Here, I'm sending you the coordinates. Let's get the shuttle so we can head home already. Robert, we are not going home. Hey, we'll get the shuttle first and decide what to do with it. I'm heading out to take a look at this skip. Так, мы нашли какой-то ремонтный кораблик небольшой, и на нем хотим свалить. Используйте с локатором, чтобы найти станки. Станки. О, станки, станки, елки-палки. Ох, я жгу. Так, ладно. Зачем мне? Откроем локатор, где он тут у меня. Гардероб. Задача. Станок. Гардероб. Задача. Ну, пусть будет настроено на задачу. Окей, я хочу зайти в станочек и посмотреть, так как мы в предыдущей части нашли дробовик. Кстати, мы нашли новую цепь плюс одна обойма. Отлично. У нас где-то здесь были рецепты, вот эти, да, вот эти рецепты. Где бы найти какой-нибудь... А, вот этот дробовик, стандартный дробовик КССК. Цена есть, как же это все делается? Нам нужен вольфрам, полупроводник. Ну, допустим, сборка невозможна, требуются дополнительные ресурсы. Угу, понятно. Мельнир. В общем, у нас типа ничего нету. Как я понимаю, у нас немножко полупроводников. В общем, мало у нас всего. И ничего. И трубки. Так и называется, и трубки. Что за оружие такое странное? Ладно, ничего мы по чертежам не можем сделать, зато посмотрим создать новую станину. Зачем? Собирайте из ресурсов новые станины. Можно сделать тяжелую станину, тяжелую элитную станину. В общем, понятно. Откуда брать эти ресурсы? Я что-то так и не пойму. Разбирать, что ли, нужно? Но я тоже не вижу, где здесь можно разобрать. Странно, в общем. Странная тема. Ладно, пойдем отсюда. Хватит тут тусить у этого станка. Нормально у нас оружие. Сойдет, я думаю. Пойдем дальше по миссии. Искать эту бадью. Улучшайте ИКС и меняйте костюмы. У нас есть гардеробчик. Включить. Посмотрим, что здесь. Итак, мы можем сменить костюм. Улучшить ИКС. Так, давайте посмотрим, как нам улучшить ИКС. Улучшайте здоровье, броню и запас кислорода. Улучшайте мощь, длительность и время зарядки стазиса. Улучшайте мощь и радиус действия кинезисного модуля. Интересно. Давайте здоровье, броню и запас кислорода. Ну, кислород-то бог с ним. Он, наверное, дешевый самый. Так, вот для чего нам нужен соматический гель, кстати говоря. Для брони нам нужны полупроводники. У нас есть всего 97. Откуда он их набирает? Я не замечал. Для воздуха металлолом, для здоровья, ну да. Металлолом и соматический гель. Давайте улучшим, приступить к улучшению. Да. Улучшили, да, насколько я понял? Это улучшение произведено. А, ну все, понятно, хорошо. Дальше для следующего нам уже нужен и вольфрам, и металлолом, и соматический гель. Так, посмотрим, что у нас со стазисом. То же самое. С кинезисом. А это что? Радиус. Радиус кинезиса. Да, бог с ним. Оставим ресурсики для следующих апгрейдов. But she's mine now, and I love her too much to let her do this.
If she's right and this is the marker homeworld, maybe there's a chance of stopping this. But we both know how this is going to end. If they found a way to stop the markers 200 years ago, don't you think we'd all be safe by now? It doesn't add up. Oh, I get it. I get it. You think you and her... Yeah, we'll forget it. She's over. All right? Так, понятно. В общем, мы отправились в космос. Это довольно интересно. У нас есть баллончики тут разные. Давайте включим... То есть отключим, наоборот, гравитацию и посмотрим, куда нам нужно идти. Do you guys hear this? My rig's picking up some kind of looping message. It sounds encrypted. It's coming from the research vessel CMS Greeley. This could be really important. If I get a chance, I'll check into it, Santos. Isaac out. Isaac out. Isaac отключается. О, небольшой какой-то ремонтный кораблик. Обследовать Грилли. Получение дополнительной информации. Так, мы приземлились сюда. У нас тут баллончики с кислородом. Слушайте, глядите, как красиво, а? Здоровый корабль-то, а? Ух, какой здоровый. И планета внизу ледяная. Когда же мы на нее спустимся-то, наконец? Ладно, давайте заходить внутрь. Удивительно, тут открыто. Да, совсем малюсенький кораблик. Просто на одного человека. Ну, здесь тоже есть кислородик. Так, CMS Roanoke, данная точка. Обзор, выбрать CMS Грилли. Terra Nova. Ну вот мы до Terra Nova можем добраться. Ладно, нам нужно на Грилли, обследовать Грилли. Выбрали Грилли. Отправиться? Конечно. Полетели. О, а там что у нас, видеоролик показывается, что ли? Ну да, да, да. За окошком просто видеоролик показывается. Да круто, кажется, что мы летим. И камера даже немножечко наклоняется. А, кстати говоря, где мины были? Наверное, на более высокой орбите, потому что... Иначе бы нас сейчас повзрывало нафиг. О! Вот мы и подлетели. Так, ну что, F-выход. Высаживаемся. О, CMS Грилли. Здоровый какой, красивый. Интересно, если я просто сойду. А, ну да, нужно... Сойти просто нельзя, нужно обязательно через Alt. Ну, давайте лететь, пока у нас кислородик не кончился. Хотя, вон там еще баллон летает. Откуда их тут столько летает, как в Аркаде сделали? Баллоны с кислородом по всему космосу разбросаны нафиг. Смотрите-ка, ящик. Что тут у нас? Эй-эй-эй, тихо. Улетает от меня обойма. Так, где здесь заход? В люк О2. Сюда, что ли? Нет? Нет, наверное, не сюда. Где-то у нас здесь... Сейчас посмотрим. А почему нам туда показывает? Мы же Грилли хотим обследовать. Если я не ошибаюсь. Ух ты, елки-палки. Это собака. Ух ты, еще одна. Да сдохните. Какого хрена? Я не думал, что в космосе мне будет кто-то попадаться. Но, как видите... Тут и тут тоже летают у нас всякие собаки злобные, которые хотят нас уничтожить. Все время выползают из этих люков. А, туда мы дальше не можем лететь? Ну, ладно. Не можем, так не можем. Как нам забраться на Грилли на этот? Я хочу получить дополнительную информацию. Как мне и сказали. Здесь вход, ё-моё. Где-то должен быть стыковочный. А, вот, ага. Все. Приземлились. И заходим внутрь. Кто нас там ждать будет? Веселые друзья, как всегда, собаки. Главное, все время одна и та же пыль появляется. А, кстати, по поводу этой желтой пластинки. Она назад убирается, заметил я сейчас. Все, кислород нам подали. Теперь можно дальше идти.
Появился нормальный звук. Везде одинаковые двери. Hey, Santos. I made it inside the Greeley. Any luck with that encrypted message? No, but if you can find the source, maybe we can find a way to decrypt it. Roger that. Isaac out. Так, мы нашли какие-то стандартная компактная станина, шлем. Это дополнительная миссия на гриле. Так, наверное, серию мы и назовем. Которую неплохо бы пройти нам. Интересно, много тут будет таких дополнительных миссий? Наверное, достаточно. Ну, будем стараться проходить по мере получения. Это у нас что? Нет. В вашем инвентаре нет торсионного вала. Привет, собак. Торсионный вал. Santos. Looks like parts of the ship are sealed off. Sealed? On purpose? Do you think you can get it open? I'm not sure. If I can get the power on, I may be able to lift the security lockdown. Hold on. Установить питание, как всегда. Боже мой, все время нет этого питания. Вечно. Хоть бы когда-нибудь было питание. Все время одно и то же. Так, осмотрим наши... малая аптечка, инвентарь полон. Превосходно, что-то еще мы там подобрали. Так, тут пусто, идем дальше. Наверху станочек. Но он, конечно, не работает, потому что у нас, как всегда, нет питания. С питанием вообще проблемы, видимо, в этой игре. Все время его кто-то отключает. Соматический гель. Поднимем. Так, тут что, закрыто? Конечно, закрыто. Так, идем дальше. Интересный кораблик. Какой-то сигнал с него шел такой. Особенный. Что даже Айзек заинтересовался. Так. Аптечка. Большая аптечка. Может, выкинуть чего-нибудь мне? Так, сейчас посчитаем, что у нас тут. Ей использовать. Да, давайте используем. А нельзя? Ну, выкинем, значит. Так, возьмем большую аптечку. Да что я все время escape-то нажимаю? Средняя аптечка, подняли. Нет, не лестница, не лестница. Аптечка, преобразователь, подняли. Что за преобразователь? Ну, давай, крути эту штуку. Генератор, что ли? А, нужно... Вот, нужно несколько раз нажимать. Понятно, заработал генератор наш. Все, наконец-то у нас есть электричество. Ну опять. Опять эти уроды. О, слушайте, смотрите, какой-то кислотный. Вау. Спокойнее. Слушайте, меня кислотой какой-то жарит. О, металлолом выпал. Еще металлолом выпал. Блин, фигня какая. Он меня плюнул, я начал что-то медленно двигаться, как будто прям кислота прожигала костюм. Интересный новый какой-то кислотный зомбарь. Ну, в принципе, сломался он, как и предыдущие наши. I found the radio room. Just give me a minute to release this lockdown. Так, что у нас здесь? Еще немножко каких-то металлоломов, еще что-то собираем. Всякий мусор. Все на крафт. Сейчас, небось, очнется такой. Буу! Нет? Ну и ладно. Так, а это что? Видимо, то, что нам нужно. Ага, предохранители. Чтобы сбалансировать подачу энергии между левым и правым системами, используйте стрелочки. Ага, не сбалансировал я, да? Ну ладно. Так. 45 добавим. Еще 45. Нет, много. Много. Так, тогда давайте 60 убавлю. А 45 добавлю. Нет? Тогда 45 уберу и 60 добавлю. Что-то я немножко не понимаю. Нам нужно, чтобы и фонари, и ЦП работало, так? Насколько я понимаю.
45 убираем. 90. Нет. Убираем 45. 90 добавляем. Да что такое космический корабль? И не могут нафиг. Какая-то мануальная система дурацкая. Или нам нужно, чтобы и то работало, и фонари, и ЦП. Перебор. Вот вроде. Но тогда здесь типа много получается. Так что ли? А, ну все. Все, я доперло до меня немножечко. То есть нужно, чтобы и фонари, и ЦП, и обе зеленые стрелки были. Превосходно. Так что ли? Нет, все равно ЦП не работает. На ЦП нужно больше энергии. Так, нет, это слишком много энергии. Во! ЦП заработал. А, ну фонари тогда отключились. They wouldn't tell me! I don't know! Commander, this is Unit 3. They barricaded themselves in with the broadcasting equipment. If that's where they want to die, let them. Cut the ship's power. It'll kill their life support and cripple the transmission. What about the others? You know the orders. No one lives. Understood. No! No! Please! You don't understand! You can't do this! No! Да, интересное мы слушали сообщение. Походу тот чувачок, который наверху у нас сидит на стульчике, это и был тот, которого мучил кто там, капитан, я уж не понял. Походу да, капитан. Какое-то зашифрованное сообщение с земли. Интересно, что же там. Ай, это что, у нас нет какого-то вала? В вашем инвентаре нет торсионного вала. Кто там опять вылезает? Так. О, что это за фигня у него такая? Да отстрелять тебе. Что это за желтая дрянь? Ты говнюк, а? Да отстань. Ох, ё. Да сдохни ты. Что с тобой не так, а? Наконец-то. Так, все, вроде разбирали их. Ну-ка, дайте мне чего-нибудь. О. Что-то понасобирали. Что это за хрень? О, ёп! Ха-ха, ничего себе. Так, ладно, понятно. Это что такое? Активировать? Это граната из них какая-то вываливается. Или что-то наподобие этого. Ладно, на станке нам нечего сейчас делать. Так. Так. А, вот эта дверь у нас открылась. По-моему, до этого она была закрыта. Посмотрим, что у нас там. Нужен какой-то торсионный вал. Цепь модернизации, отлично. Плюс один урон, плюс одна обойма. Опять нашли ее, не пойми где. В каком-то сортире. Что они с собой все время носили какие-то цепи эти? Ладно, сюда нам уже не надо. Так, там закрыто. Тут, блин, закрыто. Включить. Установить торсионный вал. Да, понятно. Ну и где я должен взять торсионный вал? О, металломчик. Я не взял металлом, давайте возьмем. Отлично, давайте наверх залезем. Или мы оттуда пришли, я что-то так... Я забыл. Да, мы отсюда пришли, к сожалению. Тогда вниз. В ту дверь, откуда вылезли эти уроды. Вообще, да. Нужно все время идти по пути, откуда лезут уроды. Самый верный путь. Ничего себе. Что-то тут все прям обработано. Все прям завешено этими тряпочками какими-то. О, это еще что такое? Звуки какие-то мне не нравятся. Опять эта кислотная мразь. Дерьмовая кислотная мразь. Я из нее хожу еле-еле. Стрелить тебе эти штуки. Там еще один, что ли? Ну да, конечно.
Да меня обстреляют. А, я тут еще живой. Вы подумайте, а? Он еще живой. Так, этого отстрелили. Этого тоже отстрелили. Да сдохни ты, мразь. Да ё-моё, что-то все время попадаюсь на эту хрень. Этот плазмомет, кстати, дерьмовый какой-то довольно-таки, я вам скажу. Он даже толком не отстреливает им вот эти пучки. Давайте подлечимся. Так, что это у нас такое? Еще немножко металлолома. Давай, ломай его. Ломай, отлично. Так, давайте на фул вылечимся. Что-то нас повредили достаточно сильно. Такс. Какая интересная комнатка все фиолетовая прям. Какая-то, наверное, лаборатория тут у нас. Такс. Тут ничего. Тут какие-то следы. Это что? А, я понял, что это. В общем, гадость это. Это гадость. Не хочу я на это смотреть. Кошмар. Такс. О, еще один ящичек. Да уйди отсюда. Ай, Айзек не умеет прыгать. Конечно. Только летать и бить молотком. Ботинком своим. Все уничтожающим. Именно потому, что он не может прыгать, мы не можем перелезть через это ограждение. Ладно, хорошо. Не можем, так не можем. Где-то здесь дверь вроде была, или я ошибаюсь? Это что? Не активировать? Почему я не могу эту штуку активировать? Ну-ка. Нет. Нельзя. Тоже нельзя. Может, с какой-то стороны зайти? А вот она, ага. Все, отлично, зашли. И поедем на лифтике. Ой, что, вниз? Не хочется мне вниз что-то. О, я так и знал. Смотрите, тут какая-то... А, нет, это все тот же самый урод. Все, готов. Быстро он перезаряжает, если учитывать, что у него два оружия. На одном налеплены. Везде нарисовано заражение, заражение. О, проводник с него выпал. Ходим, блин, как в ММО, вышибаем какую-то ерунду. Отлично. Так. А сюда нам не надо, да? Ну, ладно. Идем дальше, не задерживаемся. Что нас ждет? Что нас ждет? Ну давай, открывай, чё ты? О, да, е-е-е-е-е-е, скорей. Бум! Прям в рожу тебе. Отлично. Взяли какой-то преобразователь. Открывай уже. Заставил нас с таким уродом познакомиться поближе. Глупый лифт. О, еще чего-то какой-то преобразователь. В общем, все это... Все это... Ага. Это, блин, за хэдкрабы что? Хорошо, что у нас есть автоматик хороший. Узишечка такая. О, сколько обоим тут лежит. Так, на станке нам все равно сейчас вряд ли что удастся сделать. О, что тут написано? А, температура, в общем, бла-бла-бла. Открываем дверь. А, наверное, сейчас ее стазисом придется заморозить, что ли. Хотя нет. Спокойно проходим. Удивительно. Ха-ха, смотрите-ка. Какое же тут оружие Тесла нафиг. Что нам нужно сделать? Я вроде как... И что? Что? А, вот что. Мы дверь вытащили. Полупроводничок еще один. Сюда что-то явно нужно вставить. О. Ой. Это еще что? Ладно, я побегу. Я побегу. Did you get the message encrypted?
in my office! You have to hurry! They're all good! Какое-то зашифрованное сообщение. Что это за огнище прет? Прям даже интересно. Ладно, я вообще боюсь тут оставаться, а то сейчас как зарядится вот эта ерунда. И опять начнет током бить. Так, мы взяли ключ от какого-то кабинета. Опаные хэдкрабы. Не нравитесь вы мне. Ой, 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 ой. Ой-ой-ой, сколько вас здесь. Isaac, what is that horrible noise? I think I pulled out something I shouldn't have. The gravity plating is tearing itself apart. The message is a warning to someone named Serrano on the planet's surface. Did you find a way to decode it? Yeah, the encryption key is in the office of Laura Engstrom. Oh, let me see if I can find it. Yes, here she is. I'll send it to your locator. Who? Отбились мы, конечно, жестко. Нашли мы ключ. И идем открывать дверку этим ключом. Куда же с ним еще идти? Ох, ё! Все горит. Оп, оп, взрывается, взрывается, взрывается. Но мы не попадем. Мы не попадем под эту штуку, потому что лифт нас защитит. Точно, лифтик? Защитишь наш? Ё-моё, и тут все взрывается. Ну, понятно уже, в общем, небольшой такой... Концовочка миссии. Воу. В общем, это нам предупреждение, что с нами может случиться. Иди сюда. Иди на меня. Не обходи, не обходи. Козел, а. Чего его не уносит, а? Сдохни. Долбанный кислотный говнюк. Сколько же вас можно терпеть? Лично со своей кислотой. Вот стабилизатор какой-то подобрали. Валим отсюда. Валим отсюда. Валим, 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 валим. Я слышу, там сзади еще кто-то. Давай, открывай, открывай, открывай. Никакого прогресса. Фу. Все. Нет, нет, не все. Не все, не все, не все, не все. Сдохни, сдохни. Фу. На тебе. Все, забрали мы. Но мы так и не взяли, видимо, эти... Что у нас? Торсионный вал. У нас его нету. Блин, даже не знаю, что такое торсионный вал. Так, откроем карту, куда нам нужно. Ага, вот, эта дверь была закрыта. И мы взяли ключ-карту. Все, наконец-то идем туда. Еще немножечко у нас тут ящичков. Полезных и не очень. Got it. Hey, Santos, I'm sending you the decryption key now. I see it. Hold on, I'll apply it to the message. Это что, типа код, что ли? Hide Rosetta? Who's she? They must have been trying to hide her from the execution order. Her research could be the key to all of this. But why issue a cleanse order if it would destroy such an important secret? Maybe they panicked. Or maybe they knew something we didn't. Isaac, thanks for looking into this. It could prove very useful. Good to hear. Well, I'm heading back. We've got a long road ahead of us. Isaac out. Ну что ж, в итоге выходит, что мы таки прошли эту миссию. Надо было узнать, что они хотят спрятать некоторую Розетту. Видимо, нам это поможет как-то в будущем. Ну, а на этом корабле все похоже. Сейчас я сверюсь с нашим компасом верным. И да, на этом корабле у нас все. Здесь тоже есть гардероб. Что он хочет? Чтобы можно было переодеваться перед каждым выходом в свет, так сказать. Чтобы некроморфы нас не зачмырили за несоответствие моде некроморфской. Выходим опять в открытый космос, где нет пылища. Ну что же, дорогие друзья, на этом, я думаю, я закончу прохождение четвертой части по игре Dead Space. Надеюсь, вам понравилось. Встретимся в следующей части. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии.